Так и оббегали. Погорел. Я останусь, подожди. Это где мы вчера играли. Ну. Все, надо будет лечь и никуда не смотреть, никакой инвентарь, сука. А, я карту начал изучать, короче, куда нам дальше. И двое прибегают. Подожди, слева где-то стреляют рядом. Вижу. Огонь. Ну когда ж ты сдохнешь-то? За деревом уже, да? Да, они съебались, надо тоже все бросить. Да левее побежали еще. Вокруг отбегаем. Еще что-то дофига живых. Тебе не кажется? Это да, это да. Так придется их принимать. Они будут сзади бежать. У меня только первый броник, первый шлем. У меня третий броник нашел, повезло. Назад посматривай на тех. Машина справа, стрельба. Видишь огни? Да-да, вижу, подожди. 240. Я вижу машину. Ну, чуваков не видишь. Не вижу. На 240 вот, за деревьями. Все, я вижу машину. Высадились. 240. Высадились. 240 еще за деревьями. На нашей горе. Смотри, люди. То есть, ну, надо... Ну, понятное дело. Ждать. И учти, что на таком расстоянии тебя в траве видно. Вон, бегут, 240. 230, ой. Вижу. 200, вон, за деревом. По мне лупанули сейчас, я понять не могу. Не. Да, верно. По ним работал? Да, я по одному отработал. И, короче, видишь, месиво на Азии вечно. Блядь, и кто-то здесь рядом еще стреляется. Это те чуваки с машины, наверное. Еще сзади учти, там эти недобитки были. Ну, давай лучше, да, я буду сзади посматривать. Спереди недалеко, ты назад смотри. И главное, чтобы тебя спереди не доставали. За низиной там сядь. Сейчас будем смотреть, куда зона пойдет. Центр, наверное, опять. Нам бы просто кого-то завалить да облутать, нам нечего делать. Жди до последнего, пока круг сузится. Да, не лезем. Тем более я их не вижу с таким прицелом, у меня коллиматор. Ну все, мы нам просто не повезло, и нам. Ну, во-первых, лута не было ни хрена, во-вторых. Во-вторых, круг был не на нашей стороне, и машины не было. Ну так бывает, короче, в этой игре тут ничего такого, у всех такое бывает. Ну они с деревьями там в районе человека 4, я уверен, если не больше. О, бежит ко мне один. Бать, залупа. Убит. Он не один. Я где-то справа стреляли. Он спереди прибежал из-за дерева, походу. Слышь, я, наверное, к тебе перебегу. А, сейчас чекаем зону. Ну ёбушки, воробушки, да, нам, давай слева. Подожди, мне челика надо облутать. Блутал? Почти. Блин, там скар у него, сука. Пошли, давай. Сейчас, подожди. Мне навеситься надо. Вижу одного. Двоих вижу. Лупят по ним. С той горки. Слева еще есть кто-то. Обхожу. За камнями слева.
все, я готов. Так давай. Подожди. Это время, видишь, Паша, время. Погнали. Вот там вот слева с домиков кто-то по кому-то накидывает. Нихуя не понимаю. А, ты вообще там? Ну я просто отвлекся на долго. Все, ладно, пока они с теми воюют. Чуваки, короче, на 200, на СВ, короче, тут есть. Блять. Понял. Кугла, мать, я пердоли. По тебе, что ли? Бля, бежать. Там в деревне Месси. Побежали. Все, у нас выхода нет. Надо на прорыв. Блять, за деревом. Блять, сзади тут. Замочил козла. Да. Ой, спасай свою жопу, беги в круг. Не поднимай меня. Просто уползай. Убегай. Есть чем хиляться? Да. Справа смотри, может, они там справа были двое. Да, на горке. Все, жди, они здесь должны быть. Пять живых, две команды и один. Жди, пока замес между командами начнется. Уже не две команды. Там как минимум еще один остался из команды. Это ты, Паша. Две одиночки и команды. А, это там. Вижу. Справа, ага. Гранаты есть, куда ему закинуть? Ясно. Ну, сейчас я просто забайтит так. Он что, тупой, не понимает, кто по нему стреляли? Жди тогда, он за кругом вроде как. Да, но еще остались. Ну все, жди, он просто, знаешь, этот контрит, который... Двое там, двое. Двое, ну хорошо. Сука, двое сука. Слева, двое справа. Сука. Жди, они у тебя по прицелам. Да, короче, пока они не выбегут. Да, до последнего. Слева, блин, за дерево. Жди, пока перебьются. Ебать. Ничего, они сейчас перебегать должны. Жди, пока он еще раз так высунет. А, подожди. По-моему, ты левого можешь хорошо выцепить, но тебя накроют. Он смотрит. Угу. Сука, ситуэйшн. Ну. Ладно, пусть крестятся, я пока не забьет. Ага. Ну, видишь, один побежал туда, к нему. Это ж... Завалили? Завали этого одного. Жди. Они не поняли, где ты. А я не в кругу, да? Ты не в кругу. Немножко не хватает. А, он за деревом мне послал. Хорош! Это эти остались. Все, бери. Ну что, я на канал попаду? Попадешь! Красава, просто красава. Это его ошибка, что он меня пушить начал. Понимаешь? Да. Нервы. Тут главное, блин, нужный момент поймать. Но они такие красиво тупенькие. Лёд. Они такие тупенькие, они не понимают вообще откуда. Понимаешь, по ним стреляли. Им тебя уже... Как мышака не было. Это пиздец.